Старший лейтенант 28-летний Алинур Абылкасымов уже второй год является инспектором ЭДД в средней школе номер 60. Его работа начинается с 7:30 утра. Как отмечает сам Алинур, он фанат своего дела и старается найти подход к каждому ребенку. Ну, эту профессию я выбрал осознанно. Хочется действительно, дети сейчас разные, индивидуальные. Действительно, хотелось бы помочь и как бы. Есть замкнутые дети, есть дети, которые не идут на контакт. Как-то хочется их открыть, помочь, и чтобы они как бы хорошо общались со своими ровесниками. За время своей работы Алинур показал себя как ответственный и добропорядочный сотрудник. С детьми легко находит общий язык, ученики его любят и уважают, говорит зауч по воспитательной работе. Дети его очень любят, потому что Алинур... Вот у него взаимодействие с детьми, работа с детьми, он знает, как каждому ребенку, как подступить к ребенку, как разговаривать с детьми, очень грамотно, тактично объясняет. Я думаю, Алинур справляется очень хорошо. Вот он очень хороший человек, вот он следит за порядком школы, вот, и вообще крутой человек. С ним очень легко как бы общаться, он старается быть на нашем уровне. В общем, со всеми общий язык есть. С ним легко. Да, легко с ним. Он понимает, как бы, и шутки, и шутками, учеба, да. И где нужно, как бы наругает. Также отметим, сотрудники правоохранительных органов совместно с Академией дзюдо сегодня провели мастер-класс по самообороне. Детям показали, как правильно защитить себя. Рахат Батырбекова, СТВ, город Бишкек.